Вот такой красивый гриб, но я сегодня такие не трогаю. Я пришел за волнушками. Уже немного набрал. И хочу еще хрен посадить. Да. Мне прислали хрен. Я решил его посадить. Он дал волнушки. Кругом волнушки. Но очень много червей, как ни странно. Вот в таком я сегодня интересном лесу. Отпуск заканчивается скоро на работу. Последние деньки надо отходить по лесу. Я такие буду брать на обратном пути. Если место будет, куда я класть. Да и если будет желание. Уже насобирал кучу. Родителям отнес. И себе заготовил. И заморозил грибную икру. Даже не знаю, что теперь. Брать их, не брать. Куда их девать. Может посушить. Не знаю, порешу еще. Вот такие полянки волнушек мне нравятся. Когда они все вместе, там можно нормально пособирать. Не когда ходишь там за одной. Вот год очень грибной. Грибов просто море. И, к сожалению, все грибы оказались червивые. Эти одиночные волнушки, они что-то не такие. Они крепкие и червивые. Когда их много, вот такая полянка. Почему там практически все червивые? Даже маленькие-маленькие. Первый раз с таким сталкиваюсь. Смотрите, какая красота. Вот, все зеленое. Там уже красно-желтое. И краски осени. Такой контраст. Папоротник, он позже всех появляется. И почему-то раньше всех он отходит уже. Тут очень много куропаток. Я не успеваю заснять, как они улетают. Там больше 5-7 штук вылетело. Нет. Красивости. Ну, волнушки. Надо брать. Какие красивые. Не знаю, правильно я делаю или нет. Попробую посадить на этой кочке корень хрена. Посмотрим, что получится. Сейчас ножом сделаю дырочку и посажу. Все дело сделано. Теперь летом приду, посмотрю, что здесь. Уеду. До июня. В июне вряд ли что-то взойдет. Посмотрим. Главное, чтобы прижилось. Дождики пройдут. В принципе, земля здесь очень влажная. Должно пройти. Ну. Вот здесь я всю кучку обсадил корешками. Посмотрим. Земля-то тут не особо глубокая. Посмотрим, с лопаткой приду. Если что, за урожаем.